Этим летом певица Лолита Милявская сообщила своим поклонникам, что разводится с мужем Дмитрием Ивановым, с которым они были вместе около 9 лет. Развод Лолиты стал неожиданностью не только для поклонников артистки, но и для близких людей. Никто не понимал, в чем же причина расставания пары. Однако все, как всегда, оказалось банальным да нельзя. И как бы сказали французы в данной ситуации, «Cherchez la femme» или «Ищите женщину». Оказывается, истинной причиной расставания певицы и тренера по сквошу стала другая женщина. Так недавно бывший муж Лолиты Дмитрий был замечен с новой пассией на свадьбе друга в Литве. И как говорят присутствующие на свадьбе гости, влюбленные ворковали как голуби и не сводили с друг друга глаз. Но самое интересное в этой истории то, что знакомые вновь образовавшиеся пары утверждают, что их отношения начались еще до расставания Иванова с Лолитой. Однако справедливости ради следует заметить, что все-таки подтверждений этому факту пока нет. И хотя с новой избранницей Иванов старается особо не светиться, они не выкладывают в интернет совместных фото. Кроме того, новая пассия Дмитрия скрыла свою страницу в Инстаграм. Однако в прессу все же просочилась информация о новой возлюбленной Дмитрия. Вот что стало известно на сегодняшний день. Дмитрий Иванов встречается с владелицей косметологической клиники по имени Ольга Кулиева, которой около 40 лет, и у нее есть 14-летняя дочь. Она, как и Дмитрий, родом из Белоруссии. Кроме того, что немаловажно, женщина довольно хорошо зарабатывает. А в свободное время Ольга увлекается поэзией, часто публикует стихотворения, собственно, сочинения в соцсетях. При этом сама Лолита Милявская довольно эмоционально отреагировала на новость о новых отношениях бывшего мужа. Что можно сказать? Прекрасно. Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке. Наверное, и свадебная цепочка на месте, и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая. Поздравляю новую жертву. Честно, для меня это не сюрприз. Я женщина взрослая, умная. Заметила звезда. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!